24 января, 3 года назад, боевики из градов и ураганов обстреливали Мариуполь. 30 погибших, среди них 2 детей, 5 и 15 лет. 108 человек были ранены. «24 января 2015 года. 9:15 по киевскому времени. Микрорайон восточный города Мариуполь обстреляли из тяжелого вооружения. Тридцать человек погибло, среди них 2 детей, 5 и 15 лет. 108 человек ранены. За считанные минуты ракетами было повреждено 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линии электропередач». Машину разбомбило. Вон град торчит. Где? Вон, возле столба, кусок. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установила, прицельная стрельба велась из поселков Безыменное и Новоазовск. На то время они находились под контролем боевиков. Вот очень хорошо видно. Вот смотрите, она еще торчит, еще не это. Не выколупали ее. И вот я спиной стою, это сзади у меня Безыменное и Новоазовск вот там. Прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел мирного Мариуполя как теракт. Руководство Евросоюза и ОБСЕ осудило действия террористов. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала Россию повлиять на лидеров сепаратистов и остановить их поддержку на востоке Украины. На экстренное заседание для обсуждения теракта собрался Совет Безопасности ООН. Однако принять заявление по ситуации в Мариуполе не позволила российская делегация. Андрей Яковин, UATV.